Ахмед Дюдигов назначен исполняющим обязанности главы города Карабулак. Такое решение приняли депутаты Горсовета. Постпред Ингушетии при президенте России заместитель председателя правительства республики Михаил Елезов представил сегодня коллективу нового главу города. Он отметил первостепенные цели и задачи, которые стоят перед новым мэром, и пожелал ему плодотворной работы. Напомню, что всего в Карабулаке проживают более 40 тысяч жителей. Глава в первую очередь поручает, чтобы обеспечить рассмотрение вопросов жителей, вот, чтобы именно больше обращать внимание на вопросы жителей, чтобы вот те вопросы, которые возникают со стороны жителей, чтобы на них четко реагировать. Вот. Это вот первое, на что глава говорит обратить внимание. И второе, чтобы в коллективе вот, была организована работа по выполнению задач главы, правительства, вот, жителей города в соответствии с законодательством, чтобы четко выстроить свою работу в соответствии с законом. Хотел бы пожелать удачи. Дал Беркет и Бог, Бог Амад. Новому мэру Единороссу Ахмеду Дюдигову 39 лет. До этого он трудился депутатом Народного собрания Ингушетии 7-го созыва. Окончил Казанское высшее военное командное училище Минобороны России, Ингушский госуниверситет, был заместителем начальника по службе войск и безопасности военной службы войсковой части 92-574. С 2017 года начальник Горского кадетского корпуса. Цели и задачи, и соответственный алгоритм работы мы уже вместе с коллективом сегодня выстроили. Будет разработана программа перспективного развития города. Как мы с вами знаем, на территории городского округа проживают более 43 тысяч человек. И в свою очередь хотел бы заверить граждан, проживающих на территории города Карабулак, что мы приложим максимальные условия для того, чтобы создать благоприятные жизнеобеспечивающие условия. И, соответственно, пользуясь случаем, хотел бы поблагодарить и население нашего города, и городской совет депутатов за оказанное доверие.